И в результате опасного вождения погиб 26-летний водитель Deo Nexia. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня на объездной дороге недалеко от кладбища. Молодой человек направлялся из Мельник в Муром. При обгоне фуры, не рассчитав скорости, врезался в движущийся навстречу легковой автомобиль. В результате неудачного маневра 26-летний муромлянин погиб на месте ДТП. В «Форде» ехала семья из Нижегородской области. Спасти жизни мужа, жены и ребенка помогли пристегнутые ремни безопасности. Данное дорожно-транспортное происшествие произошло на глазах у нашего сотрудника, который пояснил, что водитель вот темной иномарки совершал обгон движущегося впереди КамАЗа, выехал на полосу встречного движения. Молодой человек не пристегнут ремнем безопасности. Значит, водители, пассажиры автомашины Ford, все были пристегнуты. Ребенок тоже был пристегнут. Находился в детском сиденье, тоже был пристегнут. Вот. Единственное, то, что они пострадали, это от ремня было небольшое синяки, оставшиеся в районе шеи. Все остались живы. Вот. Но за исключением, как я уже сказал, водитель иномарки, который ушел на обгон и погиб от удара головой в лобовое стекло.